выступающие, и нас точно спрашивали, я хочу сказать, когда комиссия приезжала, назовите вот конкретно хотя бы одну фигуру. Вы можете состояние конституционного назвать? Я не назвал. По состоянию нет, тоже, наверное, не назовет. Или назовет. Вот и все. Вот мы все говорим. А кто в состоянии взять это и пытается привести дело в правильную сторону? Такой простой вопрос. Мы сидим, кто-то за нас решит этот вопрос, придет, а мы начнем опять критиковать, опять ругать будем. И поэтому я хочу единственное сказать, что действительно можно еще продать 2 часа, 1,5, еще 2 часа. Мы не придем к единому самому результату, потому что у нас нет предмета, такого предмета, который мы сказали. Завтра мы соберем депутатов, вот завтра мы соберем депутатов, в чьем-то присутствии вот, будем решать этот вопрос, и они осознают и согласятся выйти, которые не угодно, кому-то не угодно. А кому угодно, кто хорошо работает, они останутся. Я свою программу увидел, как глава выполнил, я считаю. Будет в нашем городе, наведет порядок. В том числе будут правоохранительные органы. В том числе, я надеюсь, что найдут там кандидатуру нормальную на исполнительную власть. Я свою задачу минимум выполнил, а дальше посмотрим. Я себе Чубайс. Все, спасибо, не надо реплик, давай на голову. Есть такое предложение, послушайте меня, если все уже устали. Есть такое предложение Валерию Николаевичу дать слово, и на этом закончить наш разговор. Но прежде чем ему дать слово, я все-таки хотел по собранию закончить. Когда мы его все-таки будем проводить? Вот в том варианте, который я сказал, или будем настаивать на том варианте, что можно завтра, послезавтра, через 2-3 дня. Я думаю, что до первого числа все-таки мы получим либо документы, на которых мы будем проводить это собрание.